Между тем, ледоход на Верхней Колыме идет уже третий день. Накануне вскрылась притока Ясачная, и на стыке рек стоит поселок Зырянка. Пока паводок не представляет угрозы для населенного пункта и близлежащего села Верхнеколымск. Тем не менее, жители продолжают подготовку ко второй волне, которая может прийти в виде талой воды с малых горных рек. Подробности в следующем материале. Одним из мероприятий по подготовке к высокой воде в Зырянке и Верхнеколымске стало определение и нанесение на жилые постройки отметки 10 метров. Жителям дома номер 15 по улице Слепцова в Зырянке эта надпись еще раз напоминает. При больших уровнях, которые прогнозируются в этот паводок в виде второй волны, вода будет стоять в квартирах, как это уже было в прошлое наводнение. Поэтому жильцы как могут стараются обезопасить домашние вещи. А вот диваны нам остались еще поднять, телевизоры, холодильники, все еще сюда. И наверху там тоже. Мы уже собираемся туда, к родственникам переходить, на этой неделе посмотрим. Житель соседнего подъезда, пенсионер Александр Николаевич, напротив, относится ко всему по-философски. Если наводнение все-таки случится, то поднять свой немногочисленный скарб он успеет быстро. Единственное, диван поставлю на стулья и все. Вот прошлое наводнение в 2014 году было. Вот эти 50 сантиметров воды, что было, высоты стульев хватало, чтобы это... Наивысшая прогнозная точка второй волны определяется на отметке 950 сантиметров. Будет наводнение или нет, зависит от погоды и, соответственно, скорости таяния снега, которого в акватории Верхней Колымы еще очень много. Наталья Ломанова, Александр Данилова, НВК «Саха», Зырянка.